Я такое слово стараюсь политик вообще не знать. Оно мне глубоко противно. И если сделать табель о рангах, о профессиях, на первом месте я бы поставил учитель. Я уже много раз в интервью говорил. На второе – врач. А на последнее поставил бы политик. На предпоследнем – официант. На последнем – политик. И в этом ничего нет зазорного, потому что политик – это человек, который Робин Гуд. Ну, скажем, должен быть таким политик, быть Робин Гудом, который должен идти, несмотря ни на что, бросить бизнес, семью, может быть, как монах, и идти служить людям. А у нас они жируют, набивают себе карманы, и кроме презрения к ним ничего нет. И в целом, и в отдельности, я не знаю ни одного политика, с которым мне хотелось бы общаться, потому что они не соответствуют этой роли. Это политик, это человек, который жертвует. И то, что он последний, он счастлив этим. Потому что это вид монашества. А они, набиватели карманов, низкие люди, мы их выбираем, а они за наши деньги унижают нас. Туда же относятся гаишники, менты. Все, кому мы платим, кого одеваем, они ходят в форме и при этом останавливают палкой. И по-скотски с нами разговаривает.